Привет всем, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий. Прошло, значит, у нас новенькое такое обновленице. Изменили, как мы видим, лесенку, которая стоит у нас теперь не у входа в склад, а стоит на самом складе. Также ты можешь заметить, что полки уже почти пустые, тут немножечко опять же бардак творится. Это все потому, что я уходил. Просто расставил все товары, которые мы покупали в предыдущей серии, и ушел. И, собственно говоря, все. Ванная у нас стоит дома, да? Да, рядом с кроватью дома стоит ванная. И мы туда сейчас отправимся. Соберем прибыль. 40 тысяч долларов мы собрали прибыли. И думается мне, что на эти деньги, по-хорошему-то, можно было бы купить ту трейдинговую компанию. Она стоит как раз полтинничек, да? Вот почти весь мой автопарк. Точнее, не почти, а это весь мой автопарк. Здесь же нет нашего любимого скутера, который типа BMX. Он очень хорош в управлении, но... Короче, смотри. Прошло обновление. В обновлении добавили уйму всего, чего только можно. Всякого интересного. И мы сейчас пробежимся по этому обновлению. Значит, на моей памяти, что я прочитал, там убрали у Джабера много всяких товаров из магазина по типу овощей, овощей, фруктов, мясо убрали, по-моему, у Джабера. И теперь сделали отдельные магазины для всего этого. Для чего это все было сделано, я не понимаю. И написали, кстати, в обновлении, если ты посмотришь в Стиме на страничке магазина в обновлениях всю эту ерунду, ты увидишь, что мясо теперь можно купить в этом, как его называют, в магазине, в овощном магазине. Что меня как-то засмущало. Мне кажется, либо разработчик допустил ошибку, либо же все-таки здесь есть какая-то несостыковка и нелогичная ситуация. Получается, что в овощном магазине мы будем покупать мясо. Какая-то ерунда. Так вот, даже не знаю, стоит ли нам сейчас покупать трейдинговую компанию или нет. Я ехал, когда первый раз в магазин, смотрю, здесь асфальт. Думаю, что туда могли добавить. А сюда добавили, смотрим, что. Vegetable shop, butcher shop и electronics shop. Кстати, добавили что-то порядка 12, что ли, устройств, которые можно покупать. Какие, мы сейчас и узнаем. Телевизор, офисный монитор, монитор, ноутбук, рабочий стол. Почему-то офисный монитор стоит дороже и сам по себе размером больше, чем обычный монитор. Принтер, телефон, клавиатура, мышь и коврик для мыши. Динамики, наушники, на кое-то все нужно, нам пока не ясно. А у тебя у самого-то бсот. Ну и ладно. Вообще, по-хорошему, можем сейчас за ерунду вот это все скупить. Но нам, наверное, она и не нужна. Хотя... Рабочий стол. А на кой нужен-то? Он вот так продается, что ли? Классно. А что, это я теперь могу им торговать, что ли, получается? Или что? Серьезно? Я смогу торговать компьютерами? Ну, а иначе-то как еще понять? Как это еще понимать? Больше не знаю, как понимать. Ну ладно, давай попробуем торговать компьютерами. Компьютерами-то это торговать сейчас модно. Так, системный блок купил, монитор купил. Давай купим телефон, купим, почему нет. Телефон тоже нужен. Правда, стационарный сейчас, наверное, им никто не пользуется, но... Ну, есть только в организациях каких-то. Во всех организациях. Ну и давай... Так, это мышь или... Мышь. Купить. Купить. Так, полный набор я купил. Вроде бы, да? Вроде бы, да. Клавиатуру-то я купил или нет? Я просто что-то подзабыл уже. Только что вроде бы. Клавиатура, мышь, телефон, монитор и рабочий стол. Рабочая станция, наверное, хотел... Ого-го-шеньки. Ничего себе, это что за трэш-контент? М? Разработчик, зачем мне здесь вот туши мясные? Стейк. Колбаса, это сосиски. Это не колбаса, тушки, курицы.
стейки и обычное мясо. Угу. А это говяжий фарш. Да, говяжий фарш сказали, что это будет переименовано. Еще здесь добавили трассировку лучей. Зачем-то в эту игру добавили трассировку лучей. Это вообще не, мне было не ясно. Но добавили и добавили. Хрен бы с ним. У меня один хрен ее нет. Этой трассировки лучей. У меня же нет RTX. Давай купим курицу, что ли. И мясо купим. Овощи, фрукты теперь тоже здесь продаются. И насколько оно дороже было? Чуть ли не на сотню, ты видел? 680, 570. Шалеть. На 90. На 100. На сотню дороже. Так, здесь куча фру... Опа, помидорчики. Это что, перчики. И что-то, наверное, еще добавить должны были. Огурчики. Огурчики, яблоки, бананы, апельсины, помидоры. Ну да, добавили только помидоры с перцем. Интересно получается. Провалились помидоры в... Насколько дороже тоже? На 7 долларов, ничего страшного. Провалились помидорчики под землю. Так, ну я так понимаю, что вот эта дорога как раз ведет к нашему магазину. Поэтому давайте закроем вот эту вот, ой, вот эту вот кабину и поедем в магазин в наш. Да, смотри, правда, это переделали, доделали и получилось вот так. Красота, ну, по-моему, как-то иначе все равно все это выглядело. Ладно, не будем придираться, будем играть. Будем с тобой играть сейчас и наслаждаться игрой. Разработчик, конечно, молодец, спору нет. Сейчас не обосрать его не за что. Особо, почти. Почти, особо. Но все же... Все же я найду сейчас до чего докопаться. Так, мы давай возьмем тележку. На этой тележке, блин, заедем в машину. Угу. Заехали, блин, в машину на тележке и потеряли тележку. Твою мать. Все, все нашли, все, поехали обратно в магазин расставлять товарчики. Помидорчики, товарчики, помидорчики с овощами, с фруктиками будут у нас там. Это у нас здесь все будет. А вот насчет электроники, насчет всей, вот, наверное, будет это все вот на той полке. Ну, а хрен либо нет. Перенесем это все туда. Пускай там отдыхает, расслабляется. Что такое с раскладкой товара сделали? Клавиатура. Что-то коробки вертятся, крутятся. Смотри, они там, блин, в руках мотаются. Только в путь. Да. Это теперь можно продавать. Правда, за сколько и насколько это все будет выгодно, пока неизвестно. И, кстати, да, смотри, они по 5 в одной коробке. А можно их стаковать? Да, их можно стакать, поэтому пускай они друг на друге лежат. Чтобы места лишнего не занимали. Рядом мы 6 с клавиатурами наложим. Две рабочие станции всего. Но это не это вообще некрасиво. Это мне за такие деньги продали всего два компьютера. За сколько же он продается-то? Видать, я его тоже за эти же деньги буду продавать. Ну пусть стоит. Монитор. Нет, это некрасиво. Вот так, наверное, будет более красиво. Угу. Это тоже не особо было. Вот так. Отличненько. Это у нас клавиатурки. Их у... А, их 10. Вот их 10. Их можно вот, наверное, вот так вот разложить, а мыши наверху. Или нет? Да похрену, раскладываем, пусть покупают. И надеюсь, у нас их вообще будут покупать, или я их просто так для красоты сейчас разложу, и будут они тут лежать. В два рядочка пусть валяются. Я думаю, никому они здесь мешать не будут. Правильно? Правильно. Купят, значит, купят. Пойдем прибыль соберем, посмотрим, сколько у нас денег и... И поедем сейчас покупать как раз-таки трейдинговую компанию. Потом заказываем товаров и всего, чего только можно заказывать. Пишут очень много, что вот, мол, ты это самое можешь теперь не покупать, не ездить. Зачем тебе те этот...
грузовик, зачем тебе то, зачем тебе все. Да знаю я, что у меня можно пользоваться теперь доставкой, что я могу теперь не напрягаться и просто сидеть там в магазине, раскладывать товары. Не знаю, душа, какая-то, знаешь, мышечная память. Я делаю это все на автомате. Буквально на автомате делаю и даже не задумываюсь о том, что вот купил вот грузовик, я купил, рассказал, зачем в комментариях написал. Потому что у него нет расходников. Пойми, если у машины нет расходников, тебе и думать о ней не нужно. Закончится бензин, не закончится бензин, у него ее... у этого грузовика этих расходников нет. Поэтому я могу смело на нем кататься. Его не нужно ни заправлять, ни чинить. И это дело вовсе не в финансах, а просто в каком-то, знаешь, упрощении жизни для себя самого. То есть я с нынешними финансами могу хоть каждый день заправляться. Пусть хоть он в 10 раз больше жрет этого бензина. Просто как-то вот как-то так получилось, что я захотел грузовик купить. Вот и купил. Погнали за трейдинговой компанией. Не знаю, сколько у нас серий еще получится по этой игре, потому что такими темпами мы, наверное, сможем купить все в двух сериях, и смысла в этой игре больше не будет. Хочу напомнить, что эта версия все-таки 2.0. 2.0 это уже тебе не 1.0 и не 1.8, как мы раньше на нее обузили. Хочется прямо сейчас взять и поехать, потратить все эти деньги на кур. Хочу кур много купить. В любом случае, мы не закончим снимать этого трейдера, пока не накупим кучу кур. Смотри, там ферму обновили. А, мне дальше. Ферму обновили, там трактор теперь стоит. Мне что, теперь пахать нужно, что ли, или что? Ну-ка, трактор. Да, кстати, если есть какие-то знающие люди, что к чему и почему, как работает эта ферма? Мы там не можем понять, как работает ферма и почему такой доход маленький. Почему независимо, практически независимо от того, есть ли у тебя животина и в каком она количестве, дают тебе вот хрен $570. Ну вот ты серьезно, 570. Ты видел, сколько там кур бегает? Ой, а что это такое? А, это кормежка. Кормежка, вот это что. Ну ладно, обновили, обновили. Молодец, разработчик внезапно. То ли понял, что эта игра очень сырая для того, что он заявляет и просит за нее денег столько. То ли он, не знаю, то ли у него совесть проснулась, и он решил этой игрушкой заняться. Он каждую неделю теперь стал выпускать обновления. Это здорово. Он большой молодец. В этом к нему нет претензий. Претензия к нему была только тогда, когда... Ну вот здесь, например, у меня есть к нему претензия. Почему-то тут дорога здесь плавает. Непонятно. Видать, он туда что-то запихнул еще, и оно под землей. Да. Купил. Че, поздравите меня? Поздравляйте меня. Я купил трейдинговую компанию за $50 000. Когда бы мы могли себе такую роскошь позволить? А никогда. Ну, если бы только читами пользовались, а так нет. Так, это хрен... Да что ж такое будешь делать-то? Поехали. Поехали назад. Задом сдавай. Вот. Что еще хотел рассказать? А ничего больше не хотел рассказать. Мне сказали, мол, что... Зачем ты заезжаешь к Джаберу? Опять же, я уже ответил на этот вопрос. Затем, что у меня мышечная память. Хочется заехать к старому другу. Повидаться, так сказать. Еще меня попытались научить тележкой пользоваться, типа берешь тележку, засовываешь ее в коробки и толкаешь товар, этот, как сказать, запрыгиваешь в машину. Такие я умею. Просто нужно смотреть было предыдущие серии, я же там так делал. Почему вы меня решили научить? Блин, хотел бы на ферму заехать. Нет, на ферму сейчас мы заезжать не будем. Поедем закажем товаров, чтобы у нас они все были. И тогда уже будем раскладывать товарчики еще полчасика примерно. Думается мне, на этом с сегодняшними покупками мы, наверное, завершим. А в следующей серии мы... Блин, не знаю, даже машину же, может, купим.
В этой серии кур должны купить. Мы с тобой должны купить кур. Это прям к бабке не ходи, кур должны купить. 4000 еще собрали. Ты смотри, какая прибыльная у нас забегаловка. Так, наверное, мясной отдел вот это вот полностью будет. Потому что мы можем себе позволить просто под мясо целый отдел заделать. Ты тоже так считаешь? Я вот так считаю, это факт. Пусть немножечко торчит из него, ну и ладно. Из этого холодильника. Battery sweet. Чего? Причем здесь батарейки? А, battery... В плане батарейки... Это через... А, пишется. Бат — это жопа вообще. Чё, жопа? Сладкая жопа или что? Ладно, не буду я в английский уходить, потому что это сложно. Ты знаешь, что я, конечно, англичанин, но... Но не настолько. Не настолько. Напиши там в комментариях, что такое battery. Заодно там другие зрители просветятся, и я хоть узнаю. Просто я-то забуду посмотреть. Это факт. А вот ты напишешь, я скажу тебе спасибо. Даже лайкну твой комментарий. Но только того, кто первый напишет, а то... Хотя, пишите все перевод батареи, я буду их лайкать в комментарии. Обязательно, обязательно. Без этого никуда. Почему бы мне не лайкнуть комментарий того человека, который ко мне прислушался? Который меня услышал и который сделал так, как я попросил. Почему? Я тоже не вижу причин. Поэтому пиши комментарий, и я его лайкну. Эть! Чуть-чуть не влезло. Ну что такое-то? Эй! Вот. Другое дело. Угу. А вот тут я вообще не понимаю, в чем беда. То ли я дурак, то ли лыжи не едут. Наверное, скорее всего, я дурак, потому что что-то вот... Что-то здесь мешает. Примерно как в House Flipper штора. Не ставилось, а мне потом сказали, тебе там кресло мешалось. А я-то откуда знал, что там кресло мешается? Надо как-то яснее, что ли, определять. Писать там. Например, в The Tenants у тебя подсвечивается то, что тебе мешается. А тут хренак и не подсвечивается. И как я должен понимать? Удобную лестницу, наконец, сделали. Спасибо тебе большое, разработчик. Ты большой молодец. Теперь мы реально будем пользоваться... Блин, ну здесь... Вот в чем проблема-то. Проблема в стене. Как я сразу-то и не догадался. Считается он как в холодильнике? Да, считается как в холодильнике. И это хорошо. Эть, ставься. На самом деле разработчик молодец. Он стал часто выпускать обновления, тем более... Это что такое? Это я большой тоже молодец. Поставил, получается, на лесенку мясо и чуть не увез. А если бы не заметил, бы он протух? Кусок этот. Протух бы, и все. Пиши пропал, денежки мои. Йогурты про... Я же уже все. Я же уже отпустил. Еще 4320 тысяч долларов. Мы, я думаю, блин, сейчас разбогатеем только так. Хотя, что мы разбогатеем? Мы уже разбогатели. Давай химию всю эту скупим. Я считаю, что самым главным сейчас обновлением было бы добавление вот этого флажочка на стеллажах, чтобы туда раскладывался товар. Просто чтобы автоматизировать это дело, и все. И вот доставку джабера немного как-то... Категории добавить, немножко оптимизировать. То есть вот сюда бы неплохо было бы добавить категории. То есть что мне нужно? Там овощи, фрукты, там, не знаю, что-то еще. Кстати, да, здесь нет теперь фруктов, овощей. Они теперь отдельным магазином продаются, и нет у нас оттуда доставки. Возможно, в следующем обновлении они добавят доставку из овощных магазинов, но это не точно. Благо химию мы можем с тобой заказать. Берем шампунь. Берем
Умягчитель. Два умягчителя. Берем спрей. Два спрея. Берем зубную пасту. Заказ, заказ. Берем туалетный очиститель. Я забыл, что это делается не из кошелька, а из банковского счета. Точнее, не из банковского счета, а с карточки. Поэтому нам сейчас придется идти за... Зайти в банк и пополнять счет. Так вот, вот здесь бы добавили какие-нибудь категории, типа химия, еда или там снеки, и ты выбираешь, и представление было бы, или бы хотя бы вот сюда вот значочки какие-то прилепили. Как к коробкам обещали значки прилепить, кстати. Там написано, что добавлены значки для более простого отличия, чтобы на складе их можно было спокойно найти. Сейчас как раз и посмотрим. Cash Hughes. Не знаю, что это такое. Куки, капкейк, кола, детергент. Наверное, это что-то из химии, потому что звучит это как химия. Угу, угу. Мука, хэндвош. Эх. Ручные вошки. Угу. Угу. Да, видать, все. Видать, все, да. Наверное, мы все купили. Но я по количеству понимаю, что мы не все купили, но что ж поделать. Остальных английских наименований мы не знаем, поэтому... Поэтому вот так. Да, ты как думал? Опа! Сделали удобно, чтобы можно было на тележке подгонять. Отлично вообще. Какая красота, когда у тебя оплачивается все автоматом. Зачем я сюда приехал? Мне сюда не нужно. Вот где здесь на коробке что-то нарисовано? Здесь ничего на коробке не нарисовано. Как я должен, блин, отличать это все? Может быть, на обычных коробках добавили? Это я не знаю. Пока что мы не собираемся за обычными коробками. Спрей. Мытье рук. Так, здесь у нас человеческие все, а с той стороны все самое плохое. Умягчители. Это для стирки, это сюда тоже. Зубную пасту тоже сюда. Средство для чистки туалета вон туда. По-моему, это так было, да? Да, здесь был отбеливатель. Значит, это точно не для людей. Вот это тоже для людей. Моющее средство. Наверное, пока тоже для людей. Мытье рук тоже для людей. Шампунь точно для людей. Туалеты. Вот сюда. Подгузники. Где-то они здесь, по-моему, были. Да, вот они. А мытье рук, оно тоже здесь... Нет, это не то было. Вот, мытье рук. Спрей. Моющее средство. Умягчитель. Зубная паста. Все. А получается, отбеливателей-то у меня и нет. А как отбеливатель выглядит? Как отбеливатель пишется? Блич вот этот вот. Давай, заказ-заказ. И блич L. Заказ-заказ. О, $1 остался на карточке. Ничего себе как. $1000 нам дай. $1000 нам за что дали? Я надеюсь, что это была не трейдинговая компания, потому что это уж больно нагло. $1000 давать за эту ерунду. Мне кажется, у нас не было 1000, да? Не было наверняка. Телефон. Экспорт компания. Трейдинг компания. Серьезно? Я думал, она нам будет давать тоже в 10 раз больше. А они нам так и дают столько же. Но получается только через кассы 10x. Грустно, грустно, грустно. Что ж поделать. Но мы сейчас, короче, разложим всю эту вот ерунду. И пойдем кур покупать. В больших количествах. Просто в огромнейших. Хотя, может быть, это будет в следующей серии. Пока еще не решил. Умягчитель. Умягчитель будет на верхней полке, так как он нахрен никому особо и не нужен. Так, воспользуемся лесенкой. Потому что лесенка это хорошая, очень мне она понравилась. Так, это не верхняя полка получается. А, это я просто туда поставил. Вот сюда вот наложим умягчитель. И вот эта вот колонна, она прям мешается. Нет, это прям нерациональное использование пространства и места. Вот так будет гораздо более эффективно.
Умягчитель. Так, мы передвигаем немножечко эту подгузнички вот сюда. Это вот сюда. А это вот сюда. Немножечко подвинем. Это подвинем вот сюда. Удобная лесенка. Вот теперь я могу сказать, что да. Вот теперь ей можно пользоваться. А тут дали какую-то стремянку. Как я по ней должен ползать? Как я должен, блин, на ней раскладывать товар? Как я должен вообще радоваться такой стремянке? Такой огромный магазин и такая маленькая стремянка. Тем более еще и неудобная. Сейчас все в порядке. Сейчас мне нравится. Она специальная, чтобы я мог спокойно по ней подниматься, стоять на ней устойчиво. Так, зубная паста. Зубная паста будет у нас вот здесь вот. Мытье рук. Давай где-то подгузники тоже расположим. Подгузники, шампунь. Подгузники давай вот сложим куда-нибудь на вторую полку, скорее всего, да? Там будет умягчителем. Будут только умягчители, пофигу. Не будем мы загоняться по поводу этих умягчителей. Пускай стоят там. Только они. Ну, потому что подгузники явно мы туда не поместим. Наверное, будет даже логичнее все-таки не с лестницы, а вот так вот это делать. Вот сюда вот поставить и раскладывать. Со стремянки неудобно. Ой, не то взял. Спрей поставим вот сюда. Вот сюда, думаю, поставить спрей. Или не поставить. Блин. Блин, места-то не так много здесь. Давай подгузники вот сюда вот поставим, пока места для них столько нет. А спрей будем раскладывать вот сюда. Спрею тоже нужно место. А вторую пачку подгузников мы не сможем разложить так компактно, чтобы она уместилась вот здесь вот. Поэтому нечего даже пытаться. Мы разложим лучше сюда две коробки спрея. Так, спрей расставили, зубную пасту. Зубная паста, опять же, я сказал, вот здесь вот, на уровне глаз будет. Ну, не прямо на уровне глаз, а, короче, прям вот, чтобы руку засунул и взял. Так, моющее средство. А, это как раз вот здесь вот и будет, да, моющее средство вон туда. Это едкое моющее средство. Шампунь сюда же, рядом с зубной пастой. Мытье рук вот сюда. Зубную пасту вот сюда. Криво, косо. Ну, это неправильно, это некрасиво. Да ну в пизду, блядь. Чё загоняться, правильно? Один хрен купят. Чё бы такого вам рассказать, чтобы скучно не было? Даже не знаю. Может быть то, что у нас с вами уже аж целая 20, по-моему, 8-я серия. Вот это вот, блин, интересная история. Думаю, от тебя от этого совсем не скучно. По-моему, мой канал можно переименовывать как... как он там называется-то? Trader Life Simulator Channel. Просто так вот написать и все, и выпускать только эти видео. И просто там стримы по этой игре будут у нас все время там... Не знаю, какая-нибудь ерундистика там, сделал 30 сальто на скутере,
сдаю задом на машине, там, я не знаю, просто кучу видосов однотипных по этой игрушке делать и все. Потому что она почему-то всем заходит так, что прям вообще не знаю. Ни один из симуляторов так сильно не заходит, кроме вот этой игры. Ну, какой-то... А, House Flipper, по-моему, вам зашел. Но House Flipper, он уже не такой новый, поэтому я в него так играю, чисто как получится. The Tenants, кстати, сейчас у нас с вами в этом, в таком вот, в активной фазе. Он проходится очень активно, хочу заметить. Чтоб ты знал, что он будет выходить, что он будет выходить постоянно, что он будет выходить быстро, что он будет выходить четко, почти по расписанию. Видосы у меня выходят примерно... Если два видоса, то первый выходит в 12, второй выходит в 4, плюс-минус, может быть, в 5. Просто не всегда в 4 он выходит. Точнее, не может быть в 5, а может быть в 6. А если три видоса, то выходит сначала в 12, потом примерно в 3, в 4, а следующий выходит уже в 8, то есть вечером. То есть прям вечером-вечером, чтобы ты мог лечь там, спать там, я не знаю, или что-то там, чаю вечером сел попить, включил и смотришь. И смотришь, комментируешь и смотришь. Обязательно подписываешься. Много-много-много раз сам подписывайся. 25 аккаунтов там заведи, не знаю, на Ютубе, в Гугле. И подписывайся. И со всех смотри обязательно. И мне приятно, и тебе бесплатно, как бы никому не в обиду. Средство для чистки туалетов. Так, отбеливатель. Отбеливатель L будет стоять вот здесь вот. Вот на самой верхней полке пока еще неизвестно, что будет стоять. Но наверняка что-то да будет. Ой, бляха-муха, ты смотри-ка, что я сделал. Это не я сделал, это разработчик молодец, постарался. И как теперь? Хорошо, хоть не весь товар ушел. Уже спасибо. Ну, ошалеть. Вот так радость-то. Так. Подожди. Это я сейчас как сюда попал? А? Серьезно? Я забаговался, прикинь. Все, молодец. А где мой магазин-то? Он где-то здесь. Он где-то тут. Я большой молодец. Но придется перезаходить. Что же я могу сказать еще? Все, и тележку просрали. Хотя нет, если я перезайду, то... Блин, а где же я? Ноутбук-то нет, у меня ноутбука. Автосейв когда теперь будет? Когда автосейв теперь будет? Я хрен его знает. Вот так здорово-то. А, это название нашего магазина. А чё он такой корявый-то? Блин. Автосейв теперь есть, нет? Досадно, досадно, понимаешь? Досадно. Как теперь вниз телепортироваться? Можно как-нибудь по ней подняться и еще раз что-нибудь взять? Куда-то так залезть? Как я вообще туда поднялся-то? Прикинь, я даже забыл, как я сюда попал. Ладно, мы перезайдем. Надеюсь, что не так уж и далеко мы остались. Если он автосейв хотя бы недавно делал, будет очень здорово. Такая вот игрушка, да, внезапно прерывающаяся. Представляешь, да, как может быть? Так, подожди. Нам нужно кое-что сделать. Подмыться нужно. И побежать теперь уже точно в магазин. Разбираться, насколько мы далеко остановились. И разбираться, ну, 38 тысяч долларов, я думаю, так у нас и было, да? Я просто не особо помню. И думаю, мы будем ездить, скорее всего, вот здесь вот.
По-моему, здесь ближе. Немного, да ближе. Так. Так. А где тележка? Вот она, тележка. Все, мы больше ей так не будем пользоваться. Пускай стоит все как стоит. Чего-то я больше так не хочу. Я пересрал, я думал, что все, не сохранится ничего, и заново буду сейчас играть, сидеть. Давай сохраним на всякий случай, вдруг что? Вдруг что еще такое произойдет? Я больше так не хочу. Все, пусть стоит. Пусть стоит. Ладно, лесенкой мы все-таки будем пользоваться, но немного, немного более аккуратно, что ли. Так, а где еще один отбеливатель? Я его один, что ли, купил? Нет, я должен... Я же говорю, не должен был я один покупать отбеливатель. Так, ставим его вот так вот, чтобы он лицом сюда смотрел. Да вот... Что это такое? Вот это, блин, издевательство. Это реально издевательство. Я беру из коробки товар. Он берет не из коробки товар, а лестницу поднимает. Вот и все. Я вспомнил, как я оказался на крыше. Все. Память ко мне вернулась. Так, а вот это мы прибережем на будущее. Вместе с подгузниками будет стоять здесь и ждать своего часа. Средство для чистки туалетов, отбеливатель S. Отбеливатель S будет стоять на одну полку ниже. Да? Да, вот тут вот. Просто ему немножечко... Этому отбеливателю S мешает колонна, которая стоит рядышком. Которая хотя вообще никаким образом его не касается, этого отбеливателя. Но все равно она говорит ему: нет. Как хочешь, так и живи. Я тебе не дам сюда ничего поставить. Вот так вот. Такая вот колонна, да. Вот сюда вот поставим. Вот сюда поставим. Красота. Угу. Средство для чистки туалетов. Это у нас тоже туалет, туалет, туалет. Ну и ладно, давай вот сюда тогда будем ставить это. Вот прикинь, это еще и по цветам раскладывает. Это вообще ёкнешься. Ёкнешься на самом деле. Здесь жить будешь в этом магазине. Оно мне надо? Нет, я хочу прибыль получать, да проходить игру. По цветам еще раскладывать. Это вообще кошмар. Я, конечно, понимаю, что никто таким не занимается, и смотреть, возможно, на это одно удовольствие, но делать это вообще не удовольствие. Даже если любишь, когда у тебя все четко и как на картинке. Все равно как-то хочется немножко заниматься хоть немного полезными вещами. Погнали, поедим. Давай, давай. И поехали покупать кур. Сейчас накупим кур на все свои деньги, на все свои сбережения. И поедем смотреть, как они будут выглядеть. А то я уже делал серию, которая называется «Слишком мало кур». Теперь должно быть достаточно. Уж на 43 тысячи долларов... По 20 штук за 1000. 800. 800 раз мне придется нажать, что ли? Да ладно тебе. 800 раз. Ну ладно. Наконец-то я это закончил делать. Еще нельзя тут стаками покупать. Это кошмар. Ух, блин, поехали смотреть, сколько там кур.
и заканчивать на этом. На 40 тысяч долларов накупил кур. Это просто капец. Это очень много должно быть. Я не знаю, там место есть свободное или нет. Сколько получается? Там 800 сейчас купил. У меня бедная клавиатура. У меня клавиши ки, мне кажется, сейчас должна была отвалиться. У меня аж голова заболела, как я много раз нажал на эту кнопку. Ой, смотри, аж подвисать начала. Игра в 37 FPS стала идти. Потому что кур очень много. Кур много, они сейчас все будут еще и кудахтать. Да, о, я испоганил себе игру, по-моему, только что. Или нет. 570. Ура! Стабильность — это залог успеха. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как они громко орут. 28 FPS дают о себе знать. Точнее, куры дают о себе знать. Серьезно, их и не так уж и много. Надо их еще будет купить. Блин, хотя не, ни хрена, толку-то их покупать. Их можно продавать, но продавать их гораздо сложнее. Их нужно на каждую нажимать. Ну, давай на этом закончим. Спасибо всем за просмотр. Поставь лайк, обязательно подпишись на канал. Поделись видео с друзьями, с подругой, с братом, с сватом, со всеми, в общем, родственниками. И до встречи с тобой. Встретимся с тобой, точнее, в следующей серии обязательно и в следующем видео. Пока.